Часовня Святого Осии. С утра идут люди. Анапчане несут цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи. До переезда в Анапу 3 года назад Марина Баталова жила в Кемерове. Среди погибших нет ее родных или знакомых. Но трагедия все равно воспринимается как личная. Все свои дети, какая разница. Свои, чужие, все свои. Наши дети. Российский. Кемерово, мы с тобой – это ключевые слова для поиска единомышленников в социальных сетях. Помимо этого, такой вот рисунок, скорее всего, детский, автор из поселка Ильский, Северского района Кубани. Панихида по погибшим уже началась, а людской поток не иссякал. Все терпеливо ожидали очереди. Алевтина Дубская возглавляет отдел по персоналу в прибережном отеле. Вчера к ней, не сговариваясь, начали подходить люди. Набралось около 15 человек. Это горе такое, что оно не описывается вообще никакими словами и не поддается никакому здравому смыслу. Поэтому мы просто душой с этими людьми, которые потеряли своих родных и близких. У самого дети. Когда это произошло, иногда думаешь, а как бы ты пережил, сразу хочется отогнать эту мысль. Не представляю, вот, как людям справиться с этой трагедией, тех, кто потерял детей, сколько надо сил. Для меня, для мужчины, и то это в голове не укладывается. В знак памяти о погибших в страшном пожаре участники акции отпустили в небо сотни белых шаров. Жители и гости курорта продолжали подходить с цветами и игрушками. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.